пятиэтажке по улице Труда вспыхнула квартира. Напуганные очевидцы увидели дым и вызвали пожарных. По словам местных жителей, жилище горит уже не в первый раз из-за халатности хозяев. Наркоман, это уже не первый раз, как было. Пожарные прибыли на место и оперативно потушили пламя. По словам соседей, владелец злополучной квартиры мог лечь спать с непотушенной сигаретой. Когда пошло задымление, он ничего не почувствовал. Жизнь мужчине спасла бдительность соседей.